Вітаю вас, друзі! Сьогодні разом із фітнес-інструктором Марією Ісаєвою будемо робити ваш ранок добрим. Тож, Маша, що очікує на наших телеглядачів? Сьогодні буде проходити класична тренування. Для чого вона потрібна? Перше – підняти тонус. Второе – підняти наше настроєння. І третє – розбудити себе. Но головне – перед цим випити стакан води, желательно з лимоном. Беремо ручки, скрещуємо їх в ладоньку. И поднимаем вверх. Хорошенечко подтянулись. Подбородочек вытягиваем вперед. Дышим носиком, выдыхаем ротиком. Подъем на носочки. И раз. Подтянулись и опустились. Перекатываемся на пяточки. И второй раз. Так мы делаем 5 раз. 3, 4, 5. Задержались. Молодцы. Опускаем ручки. Переходим к следующему упражнению. Готово? Ручки на пояс. Ровную голову держим. Работаем сейчас над мышцами шеи. Первое упражнение. Поворот головы влево и вправо. 5 раз. Раз. Два. Три. Четыре. И 5. Это упражнение вы должны делать 3 подхода по 5 раз. Переходим к следующему упражнению. Поднимаем правую руку вверх. Опускаемся влево. И растягиваем хорошенечко боковые мышцы. Считаем про себя 10 раз. Тянем хорошенечко мышцы. Замечательно. Поднимаемся вверх. И это же упражнение делаем еще 2 подхода. Опускаемся. Молодцы. Поднимаемся. Переходим к следующему упражнению. Ножки на ширине плеч. Ручки ровненькие. Втянули животик. И приседаем 15 раз. И приседаем, и мы их растягиваем. Подтягиваем и растягиваем. Это упражнение мы делаем с вами 3 подхода по 15. Молодцы. Контролируем животик. Сюда он должен быть втянутый. Вы все мне молодцы. Всем вам огромное спасибо за внимание. Мы отлично проработали наш тонус, наш организм, наши мышцы. А также напоминаю пить стакан воды по утрам, желательно с лимоном. Всем хорошего дня и настроения. Друзі, сподіваюсь, що із нашою руханкою ви точно прокинулись і можете зустрічати новий день.